Здесь представлен мед самых разных сортов. У Лии Николаевны своя пасека. Она занимается пчеловодством уже 20 лет. Семейное дело подхватили и дети. Привозят в храм свою продукцию не первый год. Каждая баночка сделана как для себя. Поэтому пчеловоды ручаются за качество и вкус. Весь мед осветили. С утра от покупателей не было отбоя. Для Лии Громовой праздник «Медовый спас» имеет очень большое значение. «Медовый спас» – это уже большие рамки. Это уже пчеловоды рамки запечатаны. Самый пик сегодня. А там уже идет на спад. Мед это сила. Мед это все, это иммунитет, это здоровье, там аминокислоты, антиоксиданты, все в меде. А что такое антиоксиданты? Это раки, все против раков, против опухолей. Что такое? Вот это мед. Медовый спас первый из трех. За ним следуют яблочные и ореховые спасы. В христианстве спасение означает проявление любви Бога к людям. В эти дни принято освящать воду, мед, фруктовые плоды. По вкусу он ничем не отличается от несвященного. Но значимость, вот, духовную сущность этого хорошего и полезного продукта православный человек чувствует. Медовый спас дает начало Успенскому посту. Он длится всего 2 недели, однако считается одним из самых строгих. Практически во все дни нельзя есть даже рыбу. Елизавета с утра побывала на службе. По словам прихожанки, для нее пост прежде всего духовное очищение. Все собираемся всей семьей. Еще с воскресенья доели все остатки, как православные говорят, скоромной пищи и сели на гречку. На овощи, на фрукты, на вкусные помидоры, огурцы. По словам протоиерея Александра, праздник имеет духовное значение. Медовый спас – это не просто праздничный стол, а соблюдение традиций церкви.